Итак, перепелят мы уже месяц практически. Сидят они в правильных бордюрах у нас. Сейчас покажу. На первом ярусе. Ну да, жарко. Вентилятор работает. Вытяжка работает. И приточный вентилятор он работает. Жарковато. Поменял он сегодня поддоны. Чтобы они хоть дышали воздухом. Непонятно. Так, закрываю не полностью, оставляю специальную щель, чтобы там дышали еще дополнительно. Так, второй ярус у нас бруда. Тоже им жарковато здесь. Самое главное, вода есть, влажность повышенная. Так, здесь у меня 20 сидит. Здесь 27. Здесь отсадил. Но все равно много. 25 или 30 здесь сидит. Тоже их надо пересадить будет. Ну, скоро не на улицу поедут в клетке. Так, нижний ярус. Нижний ярус самый прохладный здесь. Беленькие, хорошенькие. Пугливые. Особо черножопиков я не вижу. Нормально все перепела. Вот вывод был 1-2 июня. О, июля. Июля, то есть месяцем где-то уже. Ну, 4 недели точно. Да, жарковато. Жарковато, нам надо что-то придумать еще. Вентиляторы починить, наверное. По-любому. Вентилятором сбавляет на градус на 2. Вот он сидит под вентилятором. Все равно я не скажу. Ну, прохладнее вообще-то, да. Прохладнее. С вытяжкой прохладнее. Одну вытяжку поставить мощную на все 4 брудера. Да и все. Полная стойка такая. Все, спасибо за внимание.